Ежедневно в Сент-Мартине, городке в Тринидад и Тобаго, Магдалина стоит у аптеки и ждет, когда папа заберет ее после школы. Случалось так, что ей приходилось ждать более часа. Наблюдая за людьми, которые заходили и выходили из аптеки, она задавалась вопросом, любят ли эти люди Иисуса. Однажды, уже садясь в папину машину, девочка спросила его: «Столько людей приходит в аптеку, можно я поделюсь с ними миссионерскими буклетами?» Отец был рад услышать, что его дочь хочет рассказать об Иисусе другим людям. «Да, конечно», — сказал он. Ее папа нашел несколько буклетов о любви Иисуса, и на следующий день, собираясь в школу, Магдалина положила их в свой рюкзак. После школы, став возле аптеки, она стала предлагать буклеты людям, обращаясь к ним со словами: «Добрый день! Разрешите поделиться с вами этим буклетом об Иисусе?» Все принимали эти буклеты. Никто не мог ей отказать. Когда папа пришел за ней, она с радостью рассказала ему, что раздала все буклеты. На второй день Магдалина взяла еще буклетов. Когда они стали заканчиваться, папа дома распечатал еще. Через некоторое время Магдалина заметила, что один стоматолог каждый день проходит мимо аптеки, направляясь в свой кабинет. Каждый раз она давала ему буклет, и каждый раз он брал его. Магдалина рассказала папе об этом стоматологе. «Папочка, а я могу рассказать ему об Иисусе?» – спросила она. Ее папа знал этого стоматолога. «Конечно, без проблем», – ответил он. На следующий день Магдалина ждала стоматолога. И когда он проходил мимо, она спросила его: «Есть ли в вашей жизни Иисус?» Стоматолог был удивлен вопросом. Он не читал тех буклетов, которые ему давала девочка. «Я слышал об Иисусе, но не верю в него», – сказал стоматолог. Услышав это, Магдалина расстроилась. Она спросила: «Есть ли у вас время, чтобы послушать одну библейскую историю?» Мужчина вновь не смог отказать и предложил ей прийти к нему в кабинет на следующий день. Папа разрешил Магдалине пойти к нему.
В тот вечер Магдалина попросила своего отца найти библейские стихи, говорящие о любви Иисуса, и она обратилась к нему с еще одной просьбой. «У стоматолога нет Библии», — сказала она, — «можно я ему ее подарю?» Папа нашел новенькую Библию. На следующий день Магдалина передала стоматологу Священное Писание, и он поблагодарил ее. В течение следующего месяца каждый день после школы Магдалина ходила в кабинет стоматолога. Они вместе читали Библию и обсуждали истории. Со временем стоматолог поверил в Иисуса, и тогда Магдалина пригласила своего нового друга пойти с ней в субботу в церковь. «Да, у меня есть время», — сказал он, — «я могу пойти». Магдалина радостно рассказала об этом папе, когда он заехал за ней. «Я пригласила стоматолога пойти со мной в церковь, и он согласился», — сказала она. В субботу Магдалина и ее родители заехали за мужчиной по дороге в церковь. «У вас замечательная дочь», — сказал он родителям. «Раньше я ничего не знала об Иисусе, но теперь я верю в Него». Магдалина стала настоящей миссионеркой, когда поделилась буклетами со стоматологом и рассказала ему об Иисусе. Она хочет до конца своей жизни делиться вестью об Иисусе с другими людьми.
Мы искренне рады приветствовать вас, дорогие друзья, на очередной встрече субботней школы. Желаем, чтобы исследование Библии помогло каждому из вас стать ближе к Господу, и чтобы познание Его воли, Его характера сделало вашу веру более глубокой и изменило вашу жизнь. Мы желаем, чтобы каждая семья, которая сегодня смотрит исследование Библии, обрело не только лучшее познание Господа, но и близость друг к другу. Потому что тема, которую мы изучаем, она посвящена заветам, посвящена отношениям. Поэтому, как добрые друзья и думающие о окружающих, будьте эгоистами, не только сами смотрите, но делитесь просмотрами своими друзьями. Тогда, когда вы нажимаете кнопочку «Поделитесь», когда нажимаете кнопочку «Нравится», то и ваши друзья, онлайн-друзья, могут присоединиться к исследованию Священного Писания. Сегодня к этому исследованию не онлайн, а в физическом пространстве, в этой студии, присоединились мои друзья, пастор Руслан и его супруга Татьяна, семья Булгак. Добро пожаловать. Я Спасибо. Рад, что мы вместе можем изучать эту интересную, важную тему. Спасибо, что вы нас пригласили. До этого мы слышали о различных новостях, которые беспокоили. Рос количество больных, смертности. Сейчас, слава Богу, динамика распространения пандемии приобрела другой характер, и появляется надежда о том, что однажды это все закончится. Но кроме этого, наверняка есть и другие события, которые приносят нам радость, удовольствие. И я хотел бы попросить вас поделиться, а что вам принесла прошедшая неделя, за что бы вы особенно хотели быть благодарными Богу? Всегда приятно, когда очень приятно происходит в нашей жизни. И в нашей церкви в прошлую субботу было крещение людей, крещение, когда люди захотели сказать Богу: «Я с тобою вместе». Но особо радует то, что очень много молодых ребят, которые свою молодость решили посвятить Богу. И из церкви Камрата 6 молодых ребят сказали Богу: «Я с тобой хочу идти вместе, скажи мне, что нужно сделать». Какой возраст примерно? Возраст ребят с 15 лет до 18 лет. И в том же числе наш младший сын в этом числе принял крещение, и это двойная радость в нашей семье, что и молодость, и отдавание Богу сердца, что он хочет служить Богу и быть с Богом вместе дальше в пути. Поздравляю. Спасибо. Это самое важное решение, которое человек может принять в своей жизни, это решение вступить в завет с Господом. И как хотелось бы, чтобы среди этих людей были наши родные, наши близкие, наши дети. И прежде чем мы откроем Священное Писание, хотел бы предложить, чтобы мы молились о том, чтобы ваша радость могла стать радостью и наших онлайн-друзей, всех, кто смотрит. Молиться о детях, о том, чтобы их отношение к Господу могло быть личным, искренним, чтобы они сделали этот шаг навстречу Господу, и о том, чтобы Бог дал им мудрости и успехов в завершении учебного года и сдаче необходимых экзаменов. Помолитесь, пожалуйста. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим, Боже, Тебя, что Ты наш Бог, что Ты искупил нас, что Ты всегда рядом с нами. Сейчас, Боже, особо просим Тебя и благодарим Тебя о тех молодых людях, которые заключили завет с Тобой, о тех людях, которые еще готовятся к тому, чтобы быть с Тобою в общении, сказать Тебе: «Да, Боже, мы хотим с Тобою быть». Также благодарим Тебя за то, что Ты даровал здоровье всем тем, кто живет. Также, Боже, просим, Ты помоги в дальнейшем молодым ребятам, людям, ученикам, которые заканчивают школу, которые готовятся к экзаменам. Дай им легкости, дай им мудрости, чтобы они могли все экзамены сдать, чтобы они могли быть свободными, но чтобы хорошо ответили и были одни из первых. Ты руководи, Боже, всем, Ты благослови и будь прославлен в жизни каждого из нас. Аминь. Аминь.
У школьников, у наших детей учебный год заканчивается, а субботняя школа каникул не имеет, и мы продолжаем изучение. Но в отличие от школьников, у которых экзамены в конце учебного года, у нас экзамены каждый день, потому что важно быть не только изучать исследователями, но важно, как это ты воплощаешь в практической жизни, как жизнь твоя меняется от того, что ты знаешь. Сегодняшняя девятая тема – это тема, посвященная знамению Завета, особый знак. И мы будем говорить о субботе, как об особом дне недели, не просто дне о отдыхе, а дне о углублении отношений с Господом. Это день, когда мы открываем свое сердце для Господа, чтобы познать Его и чтобы стать ближе к Нему. Я хотел спросить, а у вас есть в вашей семейной жизни, вы воспитываете двоих детей, и напомните, сколько стаж семейной жизни? Семейной жизни уже 19 лет. 19 лет, в этом году 19 лет. А вы помните день и месяц? Ну, конечно. День рождения. Этот день не забывается никогда. 22 сентября. 22 сентября. Скажите, есть ли в вашей жизни за эти 19 лет такая семейная традиция, когда бы вы выделяли особые дни для углубления ваших отношений? Может быть, это день семьи, может быть, какие-то другие дни, но что бы способствовало бы укреплению взаимопонимания и счастья ваших семейных отношений? Нам всегда нравится, когда мы день нашей свадьбы, 22 сентября, посвящаем только друг для друга, оставляя других. А удается это? Редко, но удается. Стараемся сделать так, чтобы хотя бы один день в году посвятить только друг для друга. И как вот вы этот день проходите? Чем наполняете этот день, чтобы стать ближе, углубить отношения? Нам нравится вместе гулять. Потому вместе... что кто-то вместе говорит, вот мы вместе пошли в свободный день, пошли на прошовку там, или на дачу, или еще. Как раз для этого свободный день. Нам нравится гулять вместе, общаться вместе, вместе покушать, вместе проводить время, чтобы никто не отвлекал. Это обычно в нашей жизни что происходит? Кто-то звонит, кто-то какие-то вопросы нужно решать, чем-то мы заняты, у каждого своя какая-то работа или дела. А в этот день, оставляя все в стороне, мы стараемся быть только для друга, общаясь, вспоминая те чувства, которые помогли, зарождались вначале, и анализируя то, что какие у нас сегодня чувства, какие они были вначале и какими они сейчас у нас уже стали. Насколько важно для семьи иметь время для отношений, настолько важно для каждого человека иметь отношения с Богом. И поэтому Господь создал условия для этого. Это суббота, мы об этом будем говорить. Но часто мы, говоря о субботе, слышим прилагательное «еврейская суббота». И когда мы говорим о субботе, то часто люди ассоциируют нас с евреями. Говорят, это что, евреи? Почему вы говорите о субботе? Является ли суббота благословением только еврейского народа, или это благословение для каждого человека? Что помогает нам в этом понять, разобраться в вопросе истории? Что об этом говорит Библия? Наверное, самый лучший подход, когда мы говорим об истории, это возвращаться к самому началу истории, потому что очень часто люди берут историю где-то ее с середины или спустя какое-то время. Поэтому, когда мы открываем Библию на самом ее начале, и мы замечаем творческую неделю, которая прошла, и после творческой недели наступил первый субботний день, этот день был дан для первой супружеской пары, как день отдыха. И всегда вот по долгу своего служения, когда я беседую с людьми, они тоже этот вопрос задают, суббота она для евреев или для какой национальности она предназначена. И я им всегда задаю один вопрос, на который я сам не знаю ответа. Какой национальности Ева? Какой национальности был Адам и Ева? И они, обычно люди говорят, мы не знаем. Я точно так же говорю, я тоже не знаю, но я точно знаю, что Адам и Ева были людьми. Это был человек. И поэтому я верю и вижу, что суббота она была дана для человека. Вот.
эти тексты, что они говорят о предназначении субботы? Ну, вот мы можем прочитать Бытие, 2 глава, начиная с первого текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Часто люди говорят о том, что почил, это уснул, устал. Неужели Господь устает, и Он нуждается в отдыхе? Иногда мы думаем о Боге точно так же, как и о себе, если мы хорошо поработали, мы потом уставшие. Но, конечно, Бог, написано в Библии, Он не утомляется. Да, Он всемогущий, Он не утомляется. Поэтому слово «почил» в данном случае, оно означает, что Бог прекратил какую-то свою деятельность, которую Он до сих пор совершал. И, соответственно, в субботний день Он тоже занимается какой-то деятельностью, но она отличается от той, которая происходит в течение недели. То есть шаббат – это не значит отдых, но это конец, прекращение. Да, он прекратил свою работу, которую он до сих пор совершал. Потому что другой еще вопрос. Если суббота – это день отдыха, неужели Адам и Ева до грехопадения настолько настолько работали и усталость у них была, что они нуждались в отдыхе? Ну, конечно же, нет. Это были совершенные Божьи творения, и поэтому, конечно, их труд отличался от труда, которым сегодня люди работают в нашем мире. Поэтому Бог, как Он прекратил свои дела, так Он хотел, чтобы и люди прекратили свои дела, для того, чтобы это время или время субботнего дня было предназначено для совершенно другой деятельности. Ну, если так можно сказать, деятельности. Благословил и светил. В чем значение вот этих глаголов для субботы и для человека? Благословение этого субботнего дня заключалось в том, что время этого субботнего дня они должны были проводить с тем, который их сотворил и который дал им этот день. А светить, оно означает, что Бог отделил этот день для особых встреч, для особого общения, для отношений с сотворенными разумными существами. То есть Бог создал особое время, наполнил это время своим присутствием, чтобы люди, которые входят с Ним в отношения в это время, испытывали особые благословения. Другое сомнение или человеческий, скептический такое заключение о том, что суббота, она связана с Синаем. Люди уверены почему-то, что заповедь о субботе, она появилась в то время, когда Господь дал 10 заповедей на скрижалях, а до этого нигде об этом не написано. Когда мы впервые можем прочитать в Библии о том, что есть заповедь о субботе и как ее соблюдать? Об этом мы можем прочитать в книге «Исход», в 15 главе, в конце 25 текста написано: «Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. Первую же неделю, когда Бог вывел египетский народ, израильский народ из Египта, Он в первую же неделю им дал, испытал их и дал им завет о том, что я вас вытащил, я вас вывел, но у нас будет завет, у нас будет испытываться». И Он дал субботу как закон для того, чтобы люди помнили о том, что Бог их вывел, Бог им дал обетование, Бог им дал что-то новое. То есть 15 глава говорит о том, что они получают закон, и они испытываются этим законом, а 16 глава уже описывается, каким образом суббота стала инструментом испытаний или формирования, или воспитания вот этой привычки и отношения к субботе. Вот что говорит 16 глава, каким образом Бог испытывал субботу? Хочу добавить, что мой отец был военным, и он мне рассказывал о том, что в армии существуют свои определенные правила, одно из которых – это то, что ты не можешь спрашивать у своего подчиненного, если ты ему заранее ему не объяснил, что ты от него ожидаешь, ты не можешь это делать.
Точно так же, если Бог, вот мы сейчас будем читать из 16 главы, если Бог у них спрашивает, почему вы вышли в субботу собирать манну, я же говорил вам не выходить, это значит, что люди об этом знали. Да, это было людям было известно. В 16 главе книги «Исход» идет речь об испытании пищей. То есть пища – это то, что мы употребляем каждый день и несколько раз. И это очень, очень близко для человека. Поэтому, чтобы запечатлить эту истину в умах, в менталитете этого народа, Бог при помощи даже того, что Он давал этот хлеб с неба, воспитывал и у них особое отношение к субботе. И Он им говорил, вы все 6 дней будете собирать эту пищу сами, то есть вы будете работать, она не будет к вам без особых усилий приходить. Да, Бог что-то делает, но человек тоже должен со своей стороны что-то сделать. Но Он сказал, эта манна не будет выпадать в субботу, для того, чтобы люди не выходили собирать. Но люди все равно выходили собирать. Именно по этой причине Бог им напоминал, почему вы приступаете к те повеления, которые есть. Другое чудо, которое происходило с манной, это если в любой другой день, кроме пятницы, люди собирали, чтобы она оставалась еще на другой день недели, то она портилась. То есть для каждого дня своей заботы. Да. То есть не переживай о завтрашнем дне, Бог беспокоится, и Он даст, что нужно. И поэтому они могли собрать только на один день. Так. И третье чудо, которое происходило с манной, это то, что если люди ее собирали в пятницу в два раза больше, из расчета того, что им нужно хватить и на субботу, то этот собранный запас на субботу, он не портился. Но зато им в субботу не надо было ходить и собирать эту манну. Да, но в пятницу нужно было больше собрать. Потому что мы тоже сегодня, наверное, будем говорить об этом. Пятница – это был днем приготовления к субботе, когда они больше готовили еду для того, чтобы в субботу этим не заняться. Но мне нравится еще, я теперь понимаю выражение «кто рано встает, тому Бог дает». Потому что манну нужно было собрать в определенные утренние часы, потому что потом она таяла. Поэтому кто рано вставал, тот и собирал. Имел что есть, а в пятницу нужно было потрудиться побольше. Еще раньше встать. Побольше для того, чтобы хватило и на субботу. То есть еще до Синая, еще до того, как Он дал 10 заповедей, они уже четко знали о том, что есть пятница, когда они готовятся, есть суббота, когда они не собирают. И если это было около 2000 недель, то 2000 раз вот этот урок Бог им преподавал. Да, в течение 40 лет это все происходило. 40 лет. Да. Итак, суббота была дана и объяснена, как соблюдать, еще до того, как были даны 10 заповедей. Ну вот почему мы об этом читаем? Потому что о заповедях написано в 20 главе, а о мане написано в 16 главе. В 19 главе исход написано о том, что они до Синая, пока дошли, прошло несколько месяцев. А еда, которую они взяли из Египта, она закончилась очень быстро. И что они 2 месяца должны были оставаться без еды. Но и то, что Бог давал им манну, показывало то, что Бог их при помощи этой манны воспитывал к тому, чтобы они должны соблюдать субботний день до того, как он будет записан на каменных скрижалях перстом Божьим. Бог, как терпеливый учитель, учил свой народ вот этим вечным принципам, законам. Скажите, чему мы можем научиться из этой истории 16 главы в отношении субботы, то, что могли бы мы применять сегодня в наше время? Ну вот как еврейский народ, Бог давал им манну, они должны были эту манну собирать, готовиться, а в пятницу еще больше. Сегодня мы тоже так. Бог нам дает всю неделю для того, чтобы мы могли заняться какими-то своими делами, закончить все, что нужно. А пятница для того, чтобы мы приготовились к субботе, чтобы мы приготовили одежду, чтобы мы приготовили еду, чтобы мы приготовили сами свое сердце для того, чтобы прийти к Богу для встречи. А суббота, она только для Бога. Посвятить Богу свое время, посвятить Богу наши мысли, наши отношения, показать всем людям, что суббота только для Бога отделена.
также суббота, забывая все остальное, мы также сможем, оставляя дела, мы можем для семьи посвятить время, когда мы можем больше времени проводить, вместе в церковь пойти, на служение побыть, вместе прийти, вместе пообедать, общаясь, делясь теми мыслями, теми чувствами, которые у нас были за этот день. Потому что в наш быстрый век мы все бежим куда-то спешим, чем-то всегда заняты, а суббота, оставляя все, что у нас было до сих пор, оставляем в стороне для того, чтобы соединиться со всей семьей, и семья соединяется с Богом вместе, создавая такое вот единое что-то. Ну, еще и когда вот спросили про приготовление, есть такой интересный момент. Предвкушение праздника, оно иногда даже более радостное, более интересное, чем сам праздник. Я не хочу этим сказать, что суббота, затмить субботу этим мнением. Но интересно, что когда готовится дом, готовят, как Татьяна говорила, готовится приготовление, еда, мы ее приготовили, но мы знаем, это будет специально в обед это будет, или это мы придем, когда вечером в пятницу после служения. То есть есть специальное, может быть, даже блюдо, которое вот оно приурочено к какому-то, какой-то части этого субботнего дня, и мы находимся в нетерпении, да, когда это произойдет, когда это случится. Я вспоминаю из детства приготовление салата оливье перед Новым годом и желание оттуда взять ложку, а говорить, нет, подожди, это Новый год. И ждешь, когда же наступит этот Новый год, чтобы вот эти праздничные блюда поесть. А в еврейской традиции женщина – это хранительница субботы. То есть это та королева субботы, которая знает секреты, чтобы сделать субботу праздником, отрадою. Татьяна, как хозяйка, как хранительница субботы, могли бы вы поделиться, вот что, на ваш взгляд, может помочь вашей семье почувствовать, что суббота – это праздник? Некоторые говорят, что суббота, чтобы не отвлекаться на плотские дела, может быть, вообще объявлять день поста. Готовить вообще ничего не надо, мыть не так надо. Так легко приготовиться, да? Да, легко приготовиться, больше время для молитвы. Говорит, кто-то говорит, суббота для меня разгрузочная, я вообще не кушаю. Скажите, как это проходит в вашей семье, разгрузочный день, день поста для вашей семьи? Или что вы делаете, чтобы он стал праздником? Ну, праздник у нас всегда ассоциируется с тем, что еда. Есть вкусное что-то приготовить, особенно для этого дня. И суббота для нас – это особенный день. И к этому особенному дню мы должны особенно и готовиться. Особые блюда, особая одежда, которую мы готовим для того, чтобы одеть именно в этот день для общения с Богом и для общения со всей семьей. Праздник – это еда, праздник – это общение, праздник – это побыть вместе, уделить время для того, чтобы мы побыли вместе. Спасибо. Если бы можно, конечно, сделать в субботу день поста, но если это будет слишком часто, то, наверное, это не будет такой долгожданный день. Люди будут ждать, когда он закончится. Да. Особенно это важно, мы считаем, что особенно это важно для детей. Угу. И если человек в субботу постится, и он нервничает, что он голодный, и злится на других, то, наверное, это не праздник. В одной церкви у старшей диаконисы, муж, который был секретарем компартии, спрашивали, а это застала часть советских времен, она говорит, слушай, как твой муж разрешает тебе в субботу оставлять дом, уходить в церковь, как у тебя это удается решать его проблему? А он говорит, я каждую субботу делаю ему 1 мая. И поэтому он говорит, слушай, ты не забыла, что скоро суббота? Говорит, я ему готовлю особую еду, праздничный. Поэтому он любит субботу. Для него это как 1 мая. 4 раза в Писании суббота обозначена как знамение. Вот что такое знамение? И мы говорим знамение завета. А какую роль имеет знамение? Могли бы вы привести примеры не из жизни, а не религиозной жизни, а вот обычной нашей жизни, современной, о том, что можно назвать знаком, знамением, и в каком значении суббота является знамением и знамением чего? Но когда мы говорим о знаке, вот есть слово, созвучное со словом «знак», это слово «знамя».
Знамя – это флаг. И если мы обратили внимание, то он всегда располагается на самом высоком месте, на каком-то административном здании, или на президентуре, или на здании парламента и так далее. Это говорит нам о том, что его должны видеть все. Он должен быть опознаваемый, он должен быть различаемый. Поэтому флаг любого государства, он несет в себе идею идентичности или особенности этого народа или этого государства. И именно по этой причине, вот, когда я вспоминаю, когда были Олимпийские игры и какое-то государство не допускали, они предлагали им выходить под нейтральным флагом, но любое уважающее себя государство, оно фактически отказывается от этого, потому что кто эти люди, кого они представляют, какую страну они представляют. И поэтому из этого видно, что для людей это очень важно. Это говорит о их идентичности, кому они принадлежат, чьи они. Знамение – это знак указания идентичности. У вас отец профессиональный военный был, да, у меня родственники профессиональные военные, и я слышу разговоры, и один из разговоров о том, что Дневальный на тумбочке стоит и охраняет знамя. И я человеку, который не служившему, возникает вопрос, говорит, может быть, что-то другое есть. Склад, может быть, склад, говорит, понятно, склад охранять, там, тушенку охранять, оружие охранять. Но, говорит, зачем охранять знамя? Это ведь просто полотнище. Кому оно материал, нужно? Материал. Кто его возьмет, кто его украдет? Но если бы Даша, говорит, и взяли бы, что нельзя другое сделать. На что мне сказали, пока есть знамя, есть часть. Если, говорит, нет знамени, тогда и часть, говорит, расформируют. Поэтому очень важно, говорит, охранять это знамя, и поэтому человек стоит возле этого знамени, охраняет его. И я понимаю о том, что пока есть знак, то есть и идентичность, и есть отношение. Нет этого знака, тогда теряет смысл, кто ты и что. Я вспоминаю, когда последний день, когда распался Советский Союз, показывали по телевидению, как опускался красный флаг и поднимался другой. То есть, вроде бы что, поменялись цвета полотнища, но изменилась целая эпоха. Ушла одна государство, закончило существовать одно государство, появляется другая государственная система. А как это относится к субботе? Вот знаком чего может быть суббота? В Исходе, в 31 главе 17 стихе, мы об этом читаем. «Знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился». Здесь Бог говорит, в начале Библии мы читаем о том, что сам Бог сотворил все, сотворил небо, сотворил землю, сотворил животных, все, что на земле. И теперь Бог говорит о том, что я сотворил, я сделал, а теперь эта суббота будет знамением напоминать о том, что я Творец, я вас искупил, и теперь я имею право на вас, имею какие-то... Могу вам что-то говорить, могу завет заключить творец, с вами. Творец и творение. Да. Но это и является таким памятником во времени, и человек, поклоняющий в этот памятник, он выражает свою веру, что он сотворен Богом, а его прародителем не является обезьяна. Поэтому тот, кто не считает, что его бабушка и дедушка обезьяна, они этот день соблюдают. Все, кто верит, что Бог является его творением. Памятник творения. И еще суббота является знамением завета между Богом и его народом. А завет, он подразумевает принадлежность. То есть суббота говорит, кому мы принадлежим, чьи мы и кем Бог является для нас. Это говорит о том, в каких отношениях мы находимся с Богом, который сотворил. Есть люди, которые признают, что Бог является Творцом, но их с Богом не связывают никакие взаимоотношения. И они субботу не соблюдают, они в субботу не поклоняются Богу, не приходят к Нему навстречу.
Поэтому если мы верим, что суббота – это знамение завета, то тогда мы будем стремиться человек, к этим отношениям. Человек в отношениях. Да. Я вижу новое веяние современной молодежи. Они используют всевозможные знаки, чтобы показать о том, что они в отношениях. Знак того, что ему сделали предложение, что кольцо, помолвочное кольцо, что он помолвленный, что ему, что он ответил согласием. Потом знак, что человек уже в браке. То есть вот эти знаки, эти кольца, человек пытается демонстрировать, что он в отношениях. Хотя некоторые не имеют этих отношений, но все равно носят. Да, но все равно носят. Создают видимость. Создают внешняя форма есть, а внутренних глубины нет. Я, кстати, где-то слышал о том, что вот когда произошла помолвка, евреи это называют освящением, то есть она освящена, она, значит, отделена, и она готовится к тому, чтобы быть в завете, в супружеском, имеется в виду, в завете с этим парнем, да, который сделал это предложение. То есть, когда человек в субботу покоится, то это он демонстрирует свою принадлежность Богу и желание иметь с ним в отношении. Так, еще, наверное, что-то есть. Знамение освящения. Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Исход 31 глава 13 стих. Дабы вы знали, что я Господь. Суббота как знамение знания. Вот что значит знать Господа? Это когда общаешься с Богом, узнаешь Его. Когда мы первый раз встречаемся с человеком, мы его видели, может быть, знали на лицо. А потом, когда общаешься с человеком, узнаешь его характер, узнаешь его привычки, узнаешь, что ему нравится. И вот общение с Богом то же самое. Каждый день, общаясь, читая Его Слово, встречаясь в субботу, мы посвящаем время друг для друга, мы узнаем Божье желание в нашей жизни или тому, чему Бог нас учит. И вот этот завет, вот это вот узнавание друг друга помогает нам понять, что Бог хочет от нас и какими Бог хочет, чтобы мы были, для того, чтобы потом в дальнейшем наш этот завет, который мы заключили, привел к чему-то более желанному, более лучшему, какому-то, какой-то кульминации. Другими словами, Таня знала о Руслане, что есть такой молодой человек интересный. А потом стали Руслан и Татьяна встречаться, назначать свидание. И эти свидания помогли им настолько узнать друг друга, что они решили создать семью. То есть суббота – это свидание. И мы поняли, что уже не хватает свиданий. Не хватает. Еще больше времени. То есть суббота – это свидание, которое позволяет знать. И когда человек идет на свидание с Богом, это говорит о том, что он демонстрирует, что он знает его, хочет знать. И он ценит этими отношениями. Здесь есть еще одна интересная вещь, что иногда есть люди, которых мы очень хорошо знаем, так что не хотим уже с ними проводить время. Но тех людей, которых мы любим, этого времени как бы всегда оказывается мало. То же самое и с Господом. А в Библии часто говорится о том, что суббота является знамением, что Бог освящающий. Вот что значит освящающий, знамение освящения? Человек, который был сотворен Богом, он не мог сам себя создать, как некоторые иногда трактуют и делают свои теории, выводы и так далее. И когда мы читаем о том, что суббота напоминает, что Бог есть Бог, который нас освящает, это тоже нам напоминает о том, что мы сами себя осветить не можем. Это действие, которое совершает в жизни человека Бог. Люди вот в нашей культуре, они привыкли к чему-то прикасаться, который может их осветить. Пойти и принести домой святую воду, которая принесет какое-то магическое действие и что-то совершит в их жизни, прикоснуться к какому-то святому предмету, который может принести исцеление или обновление какое-то. А Библия наше внимание направляет к личности, которая это может совершить. Причем ее изменения, которые она производит, они касаются уже не каких-то внешних черт, они касаются характера человека. И если человек пытается кого-то изменить, если вы пытались кого-то изменить, вы увидели, что это очень тяжело,
А еще тяжелее – это изменить самого себя. Поэтому человек, который соблюдает субботу, он признает, что он сам себя изменить не может, и он приходит к Богу, который может его осветить. То есть человек работает, чтобы быть независимым, зарабатывает, что-то строит, планирует, сеет, собирает урожай. Здесь в субботу он прекращает все действия, которые позволяют ему чувствовать себя независимым. Он ничего не делает, кроме того, чтобы углублять отношения с Богом. А таким образом, суббота является такой вакциной против законничества, попыток человека что-то самому сделать для себя. Скажите, а что в субботе есть такое, что способствует освящению? Как суббота позволяет Богу освящать человека? Я считаю, что это происходит тогда, когда человек соприкасается с Богом от его личных отношений. Если он открыл Библию, он замечает, какова воля Божья о нем, читая из этого Священного Писания. И когда он сравнивает, какой он, да, и каким его желает видеть Бог, он еще больше стремится к Богу для того, чтобы Бог дал ему силу быть таким. А если человек молится, общается с Богом, это тоже приводит к освящению. Если человек делает такие же дела, которые делает Бог, это тоже освящает его, облагораживает. Он становится ближе к Богу, потому что Бог говорит, я спасаю, и ты тоже спасай. Я даю жизнь, и ты, если можешь спасать чью-то жизнь, это тоже... И вот это соучастие, оно делает тебя, как бы сродняет тебя с Богом. Потому что вот что такое отношение? Когда ты вместе что-то делаешь, и оно преображает тебя. Почему со временем муж и жена становятся похожими, несмотря на то, что они разного пола? Потому что они очень много чего делают вместе. И происходит взаимное влияние друг на друга. Спасибо. Заповедь о субботе начинается со словами «помни». О чем человек должен помнить? Мы всегда, когда что-то хотим закрепить, утвердить или сделать так, чтобы человек нам надолго запомнил это, мы всегда напоминаем или говорим несколько раз. Вот учитель в школе, когда дает правила или что-нибудь, он несколько раз повторяет. Родитель, когда хочет, чтобы ребенок запомнил, повторяет два раза. И Бог тоже в Библии, в книге «Исход» и в книге «Второзаконие» повторяет один раз, второй раз о том, чтобы человек запомнил. В книге «Исход» Бог повторяет о том, что нужно помнить о том, что «Я Творец, Я тот, кто сделал тебя, Я тот, кто сотворил, тот, кто имеет на тебя право». А в книге во Второзаконии Бог говорит о том, что «Помни, что я вывел тебя из той земли, где тебе было плохо, где ты был рабом, где тебя ни за кого не считали, но я вывел тебя для того, чтобы сделать из тебя лучшее, дать тебе лучшую жизнь». И Бог говорит, «Я сделал со своей стороны все, что мог, а теперь остается сделать с твоей стороны что-то, чтобы ответить той взаимностью, которую я тебе дал». Но оставляет выбор за человеком, ответить или не ответить. Но Бог напоминает, каждый раз Бог говорит, помни, потому что я сделал то, что мог, я сделал со своей стороны. Теперь помни, ты сделай что-нибудь для меня. То есть человек, вспоминая о Боге как о Творце, как о Спасителе, о том, что он с ним в завете, это призвано углубить его отношения. Скажите, а вот память связана с отношениями. В чем самом важном мы должны помнить в наших отношениях, например, семейных? Вот у вас есть семья, есть отношения. Что, воспоминание чего помогает эти отношения углубить? И как углубить эти отношения, вспоминая о Боге как о Творце в субботу и как о Спасителе? Ну, вот самые близкие отношения – это с любимым человеком, когда ты остаешься, уделяешь время, да, вот для того, чтобы просто побыть вместе. И с Богом то же самое. Суббота – ты оставляешь все свои заботы, все свои дела, все уже приготовлено, ты уже готов для того, чтобы встретиться. Это свидание, когда мы Богу говорим, я оставил все сзади, позади, но вот это время я посвящаю тебе, я отдаю это все тебе. И человек, помня об этом, отдает Богу то, что он хочет отдать, отделяет для Бога то, что он приготовил Богу. И оставляя все, он говорит, я
помню, я отдаю. И вот эти вот моменты, когда Бог оставляет человека, и у человека бывают такие очень-очень близкие отношения, и что-то происходит в этот субботний день, он вспоминает, и даже когда тяжелые времена приходят, он говорит, нет, вот тогда было хорошо. И если я пережду вот этот момент, завтра будет еще лучше, потому что у нас уже это было, это уже мы пережили. Мы это не практиковали, но есть пары, которые в годовщину свадьбы одевают, если у них, конечно, сохранилось платье свадебное, пытаются, наверное, так оживить. Ну, может быть, если не платье одеть, то хотя бы фотографии посмотреть, какие-то открыточки. Или посетить вот то место, где мы познакомились, может быть, когда-то. Или где произошло наше бракосочетание, когда мы, допустим, сидели на месте молодоженов. Да, вот эти моменты, я думаю, что они воскрешают в памяти эти события. И они показывают, слушай, мы все-таки друг для друга не чужие люди. Есть нам что вспомнить, есть у нас определенная история. И Бог тоже самое напоминает через субботу. Или побывав на свадьбе у молодых, у которых вот сейчас свадьба, и когда они дают обещание, завет, буду помнить, буду любить, несмотря ни на что. И вот сама в себе тоже, повторяя эти слова, вспоминая, что я обещала. Вот эти моменты, что бы ни случилось, мы любим друг друга, мы обещали как бы, и Богу, и друг другу, перезаключаешь тот завет. Обновляешь его, когда это происходит. Таким образом, суббота – это не просто день, что мы должны делать или что не должны делать, это оазис во времени для нас и Бога. Слово «помни» включено, чтобы мы могли сказать «да господину субботы», чтобы мы могли открыть свое сердце для Него, для глубоких отношений с Ним, для того, чтобы мы могли признать Его силу, а не своими усилиями изменить свою жизнь, свой характер, но понять, что все доброе исходит от нашего Господа. Дорогие друзья, давайте больше фокусироваться не на том, что можно или чего нельзя, а давайте больше приложим усилий и сфокусируем наше внимание на том, чтобы углубить наши отношения с Господом. Будем думать не о себе, а думать о Боге, нашем Творце, нашем Спасителе, тот, кто нас любит, тот, кто нас ведет. И пусть каждая суббота сделает нас ближе к Господу, ближе и роднее в наших семьях. Пусть это станет днем, который изменит нас. Изменит наше сердце, наше мироощущение, наш характер, наше отношение к окружающему миру и, конечно же, в первую очередь, к Господу. Я приглашаю, чтобы мы вместе об этом молились. Дорогой наш Небесный Отец, сегодня, в эту субботу, мы еще раз признаем, что Ты являешься нашим Богом и Ты являешься нашим Творцом. Благодарим Тебя, Господи, за то, что этот день напоминает и о том, что Ты наш Избавитель, что Ты наш Спаситель от греха и от смерти. Благодарим Тебя, Господь, за этот дар субботнего дня. И мы просим Тебя, Господь, за всех тех, кто уже празднует этот день. Благослови, чтобы этот день принес то благословение, которое Ты заложил в этом праздновании. А также, Господи, мы молимся за наших друзей, которые планируют и которые думают и которые сомневаются, нужно ли праздновать этот день. Благослови, Боже, и помоги, чтобы они попробовали, чтобы они вкусили, чтобы они могли на своем опыте пережить празднование субботнего дня. И мы верим, Господи, что им обязательно это понравится. Просим Тебя, дорогой Господь, чтобы за время нашего общения с Тобой, особенно по субботним дням, мы приблизились к Тебе, чтобы мы возвратились к тому образу, к тому подобию, к тому характеру, который Ты, Господь, даровал первым людям, которые были без греха. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа и благодарим. Аминь. Аминь. Мы благодарны, что вы были в это время, в этот час вместе с нами. Желаем особых благословений от Бога, радости, мира. И помните, чем ближе мы к Богу, тем мы больше становимся похожи на Него. Продолжайте познавать и искать близких отношений с Господом. Всего доброго, до свидания, до встречи.
Спаситель, мой Искупитель и друг, кровью своей драгоценной спас нас от вечных мук. О, спас нас от вечных мук. Ты мой учитель и пастырь, мой утешитель в ночи. Ты посылаешь надежду всем изнемогшим пути. О, всем изнемогшим пути. Ты наш Творец и Создатель, ты наш Небесный Отец. Спаситель прекрасный, любящий, верный, живой, немощи с болью и страхом, приходи мой в дом твой, о, приходи мы в дом твой. Дать Богу первое место в жизни не всегда легко. Чему мы можем научиться у Давида? Как научиться ставить Бога выше всех иных приоритетов? Царь Давид известен как исторический герой израильского народа. И без сомнения, самые значительные события в его жизни происходили тогда, когда он приоритетом своей жизни избирал Бога. Когда его собратья-израильтяне дрожали от страха перед великаном и оскорблениями, Давид избрал своей защитой Всевышнего. Подобрать несколько камней, выйти сражаться с Голиафом во имя Иеговы, другим казалось это верхом глупости, но Давид доверился Богу, и он спас его в этой битве. Он был тайно помазан на царство, начал служить во дворце царя Саула и женился на его дочери. Мы можем думать, что после всего этого жизнь Давида переходила от славы к славе, верно? Но этого не произошло. Царь Саул и его воины преследовали Давида как злейшего террориста. Тем не менее, даже во времена таких разочаровывающих, непростых обстоятельств, Давид оставался преданным Богу.
Когда он вошел в лагерь, где спал царь Саул, он мог убить Ирана и завладеть его троном. В конце концов, разве он уже не помазан на царство? Но он не сделал этого, потому что предпочел путь Божьего одобрения, получить обещанное верой, а не местью. Давид решил поставить Бога на первое место, ожидая, когда он сам назначит ему время стать во главе царства. Господь не всегда занимал главное место в жизни Давида. Его прелюбодеяние с Версавией, убийство ее мужа – яркие примеры грехов человека, забывающего Бога. Но в конце концов Давид взял ответственность за содеянное и раскаялся. В конце своей жизни он тяготился тем, что его дом выглядит лучше Дома Божьего, и поклялся сделать все, чтобы место поклонения было прекраснее его собственного дворца. Давид поставил Бога на первое место. Его пример побуждает нас поступать так же. Возвращая десятины и пожертвования, мы подтверждаем приоритет Бога в нашей жизни. Так желает душа моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя к Богу живому стремится душа. Но когда я приду и когда я явлюсь перед лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Плачу я день и ночь, слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где Твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я днем явит милость, днем свою милость не явит Господь, ночью песню меня и молитва летит моя к тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, так желает душа, так желает душа моя. Тебе, мой Бог. Мир вам,
дорогая церковь и наши друзья! «Мир вам» — это не очень распространенное приветствие в современном мире. Но нам, христианам, это приветствие хорошо известно, которые читаем Священное Писание. Мы знаем, что с этим приветствием обратился наш Спаситель Иисус Христос к Своим ученикам после Своего воскресения. Ученики, испуганные, в страхе от иудеев, были собраны в одном доме. И вдруг они обнаружили посреди себя своего любимого учителя, который именно в этот момент обратился к ним с этими важными, необходимыми для них словами: «Мир вам!». Иисус знал, в чем нуждаются его друзья. Еще до своей смерти он обратился к ним с такими словами, о которых мы читаем в Евангелии от Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». В этом мире Христовом есть нужда и сегодня. О нашем времени именно говорил Спаситель, когда говорил следующие слова: «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную». Евангелие от Луки, 21 глава. А причина таких происшествий, как с учениками, так и с нами, одна и та же. Причина эта в отсутствии мира в нашем сердце, в отсутствии мира Христа. Наверное, много можно говорить и рассуждать над значением этого слова «мир». Но, скорее всего, мир Христов обнаруживался в том, как Иисус реагировал на окружающую его действительность. Вот как ярко выражается мир Христа вот в этих словах, которые мы прочитали только что. «Мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». Сердце, как мы знаем, является средоточием наших мыслей, наших устремлений. И если мы туда заглядываем иногда, честно перед собой, то мы обязательно обнаружим какие-то проблемы. И вроде бы мы решаем их, вроде бы мы знаем, как решить эти проблемы страха, беспокойства. И снова что-то на нас нападает, какие-то стечения обстоятельств, какие-то мысли, какие-то люди. И мы снова боремся и пытаемся понять, и задаемся вопросом, как нам избавиться от этого страха, от этого беспокойства. Может быть, несколько неожиданно для нас Иисус может предложить нам помощь. Он предлагает нам свою помощь в виде приглашения исполнять Его великое поручение. Давайте мы еще раз обратим внимание на последнее поручение Христа, данное ученикам. И когда мы будем читать его сейчас снова, то мы сможем обнаружить рецепт. Рецепт Божьего лекарства от избавления или для избавления страха. От страха, от беспокойства. Приглашаю, чтобы на этот раз, читая и исследуя великое поручение Иисуса, вы заметили две составляющие или два компонента этого необычного рецепта. Будем читать 18 стих 28 главы. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле“». Какая радость, какое спокойствие вселяется в сердца тех, кто знает истинность и силу слов нашего Спасителя. Разве не восхищает нас этот стройный порядок, эта удивительная гармония в космосе?
Вся вселенная находится в руках нашего Спасителя. Как точно Иисус говорил о будущем иудейской нации, о разрушении Иерусалима, которое следовало за тем, когда он должен был покинуть эту землю. А изучая книгу Откровения, мы можем удивляться не один раз тому, как удивительно подробно Иисус описывал, показывал Иоанну все будущее Церкви до второго пришествия Христа и этого мира. Действительно, в его руках вся власть на небе и на земле, как написано в 18 стихе 28 главы Матфея. А теперь давайте продвинемся дальше в чтении этого рецепта. 19 стих говорит так: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так читаем мы в русском синодальном переводе. Но в греческом тексте, то есть на оригинальном языке, на котором писал евангелист Матфей, написано чуть-чуть по-другому. Там написано: «Идите и сделайте учениками все народы». В этом заключается второй компонент этого удивительного, действенного Божьего лекарства для нас. Что здесь имеется в виду? Оказывается, наша миссия не ограничивается только тем, что мы чему-то учим людей, а потом им выдаем свидетельство о крещении, и на этом все. Нет. На этом не останавливается, не завершается Божий замысел относительно нас и тех людей, кого мы крестим. В оригинальном изложении Евангелия акцент ставится на том, чтобы сделать их учениками. Имеется в виду не только лишь на период обучения, год, 4 или 10 лет, но на всю жизнь, навсегда их нужно сделать учениками. По сути дела, заключая завет с Богом, мы приглашаемся к ученичеству. К ученичеству не в смысле обретения знаний каких-то в какой-то промежуток времени, но к ученичеству в смысле труда. Главным вопросом каждого ученика, который сделался учеником, остается этот вопрос: как мне сделать кого-то еще учеником для Иисуса Христа? Не забывайте, что Иисусу дана всякая власть, и Он поручает нам совершать этот труд, так же, как Адам и Ева в свое время получили это поручение от Господа управлять землей, да, тем, что Бог дал им, так и нам следует задаваться целью и интересоваться, изучать эти способы, как мы можем управлять своим временем, своим здоровьем, своими силами, чтобы все это, что Бог доверил нам в управлении, могло сделать еще больше учеников для нашего Спасителя. Один богослов сказал, что после крещения управление является вторым, следующим шагом на пути спасения, обязательным этапом, который ведет к спасению. Первый — это принятие Голгофы, когда человек признает, что источники жизни в Создателе, источник спасения в Иисусе Христе. Только благодаря Его заслугам мы можем спастись. Наш ветхий человек, когда мы принимаем Голгофу, умирает символически, мы с этим соглашаемся, когда принимаем крещение. Тот ветхий человек, который не знал Господа, который не подчинялся Господу, должен умереть. Но проблема заключается в том, что или ветхий этот человек сильно устал, слишком, может быть, тяжелая жизнь была у него, что он уже садится и ничего не может делать, или же этот ветхий человек, символически представленный в нашей жизни, прошлой жизнью нашей, или же этот ветхий человек хороший пловец, и он выныривает оттуда, из этой водной могилы символической, и продолжает жить той жизнью без Господа,
может быть, признавая только некоторые положения, но продолжая жить своим умом, своими целями, своими планами. Одно дело — признать Иисуса Спасителем, совсем другое — признать Его Господом, как Господа, Господина всех сфер нашей жизни. Что это значит? Давайте рассмотрим этот вопрос на одном из примеров взаимоотношений в Средневековье. В Средние века все принадлежало феодалу, землевладельцу. Но ему принадлежала не только земля и те строения на ней, но и те рабы крепостные, жизнь которых тоже была в его руках. Точно же так обстоит дело и с нами, принимающие Иисуса Христа. Мы понимаем, что мы становимся Божьим владением. В отличие от крепостного раба, мы это принимаем добровольно, без принуждения. Поэтому, строя свои планы на жизнь, мы с радостью подчиняемся нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Так должно быть, но, к сожалению, наше посвящение иногда ограничивается нашим участием на общем субботнем богослужении. Признать Господа владыкой нашей жизни означает принять и просить Его, чтобы через влияние Святого Духа Он изменил наши сердца, чтобы эти сердца могли поддерживать в нас духовную жизнь не только по субботам, но и каждый день нашей жизни. Бог желает сделать нам эту пересадку. Он готов это совершить. Он ждет нашей готовности для этого. Пишет он об этом, пишет пророк Иезекииль об этом в 36 главе. И я хочу повторить еще раз эту важную мысль. Признать Иисуса Господом — это больше, чем признать Его Спасителем. В Библии слово «Господь» встречается около 6600 раз. Павел не случайно пишет: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». Римлянам 10:9. Интересно, что в своих посланиях апостол Павел говорит об Иисусе как о Господе в 10 раз больше, чем как о Спасителе. Я думаю, что это должно нам о чем-то сказать. Одна из ловушек сатаны состоит в том, чтобы заставить нас поверить, что господство Христа касается только одной части, одной сферы нашей жизни. Не всей. Ну, например, десятина, написано в Библии, что она Божья. Ну и человек возвращает Богу и говорит: ну все, наши отношения с Богом пришли в порядок. Но это ловушка. В мире около 1 200 000 000 христиан. И если они могут спастись только тогда, когда признают Иисуса Господом, то только немногие смогут спастись. Об этом говорил Спаситель в Матфея 7 главе 14 тексте. «Тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Если вы думаете, являюсь ли я истинным учеником Христа, что является той лакмусовой бумажкой, которая показывает, ученик ли я его на самом деле? Друзья, послушание представляет собой эту лакмусовую бумажку. Истинное послушание — согласие с тем, чтобы выполнить то поручение, которое он дает нам. Первый шаг спасения — это уверовать в Иисуса, но мы не должны останавливаться на месте. Если в нашей жизни ничего не меняется, то тогда присутствует проблема. Зачастую многим не хватает посвящения, не хватает полной отдачи себя Иисусу Христу, не хватает господства Христа в их жизни. Вот как об этом пишет апостол Павел, об этом критерии истинного ученичества.
А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Римлянам 14 глава. Итак, как же нам сделать учениками все народы? Как же нам использовать это лекарство с успехом, который Бог предлагает нам? Как нам применить этот второй компонент этого рецепта? Думаю, что прежде всего каждому из нас необходимо стремиться оставаться истинными христианами. Единственно верный призыв, который мы можем напоминать друг другу, обращать друг к другу, состоит в том, чтобы мы подчинили свою жизнь верховному правлению Господа нашего Иисуса Христа. Давайте еще раз обратим внимание на то, что главная мысль Библии — Иисус Христос есть Господь. Это наиболее важная истина для христианского опыта — владычество, господство Христа. Наверное, вы знаете о том, что книга «Деяний апостолов» — это образец для нас, как нам действовать, как нам сегодня делать учеников для Христа. Потому что апостолы, первые христиане, в свое время очень успешно совершали этот труд. И вот интересно, что в этой книге «Деяния апостолов» Иисус назван Господом 101 раз, а Спасителем всего лишь дважды. Господство Христа было в самом сердце евангельской деятельности ранней церкви. Мы не можем признать Иисуса Христа только лишь Спасителем. Нам необходимо признать Его и Господом, и Спасителем одновременно. Однако у многих признание Иисуса Господом происходит только после крещения. У некоторых через несколько месяцев, у других – через многие годы. Господь Иисус должен быть владыкой всей нашей жизни. Он не может быть Господом лишь частично, лишь только одной части нашей жизни. Когда мы говорим о всей нашей жизни, то речь идет о всех сферах. Это наши отношения в доме нашем родном, между супругами, между родителями и детьми, между нашими соседями. Они должны быть развивающиеся. Мы должны расти и задавать вопрос Господу и учиться тому, как нам совершать труд. Труд этого влияния на окружающих нас людей, чтобы они тоже стали учениками Иисуса Христа. Ведь это лучшая часть, лучший выбор, который мы можем сделать. Подчинить Ему нашу жизнь, еще один интересный пример, это значит отдать Ему руль управления. Очень многие люди не могут этого совершить. Они готовы сотрудничать с Иисусом Христом, признавая Его лишь как советника своей жизни. Но для этих отношений спасительных этого недостаточно. Мы должны позволить Иисусу Христу стать господином нашей жизни, что включает в себя безоговорочную капитуляцию. Мы принадлежим Иисусу, мы Его собственность, и поэтому господство включает в себя и добровольное служение. В жизни каждого из нас мы можем слышать этот призыв, который звучал однажды к Исаии. И Господь ждет, чтобы мы ответили: «Вот я». Пошли меня. Многим из нас трудно это совершить, но мне вспоминаются слова одного из миссионеров,
среди мусульман, который говорил: если Иисус Христос является владыкой только лишь частью нашей жизни, то Он не владеет ничем. Придет день, когда все в этом мире признают Иисуса Господом господствующих, Царем царей. Рано или поздно все это признают. Если не сейчас, то тогда, когда Он вернется. Почему бы это не сделать теперь, сегодня? Для христианина это должно быть повседневной реальностью. Мы не можем изменить этот факт, что Он есть Господь. Он единственный, кто может обладать всем и обладает этим верно. Поэтому пусть наша жизнь ежедневная будет посвящена Ему как Господу. Он ждет. Каким будет ваше решение? Давайте скажем Ему об этом в нашей молитве. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты обращаешься к нам со страниц Священного Писания с этой доброй вестью, что мы, живя в этом мире неспокойном и тревожном, можем вполне доверять Тебе. Доверять Тебе, в руках которого вся власть на небе и на земле. Мы благодарны, Господи, что Ты даешь нам это поручение, оказываешь нам такую честь, чтобы мы, вовлекаясь в дело, в великое дело спасения людей, могли получить от Тебя то здоровье духовное и физическое, что тесно взаимосвязано. И поэтому молим, Господи, прости нас, что мы до сих пор не совершали этого труда, проявляя сомнение или безразличие. И принимая наше прощение, Господи, молим, чтобы Ты принял наше посвящение и руководил дальше жизнью каждого из нас. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Верный Спаситель мой Бог.